XLP600D – автомобильный одноканальный усилитель мощностью 600 Вт. Устройство поставляется в фирменной упаковке и комплектуется проводным пультом дистанционного управления, набором крепежа, запасным набором предохранителей и инструкцией. Данный моноблок относится к классу D и предназначен для питания автомобильного сабвуфера. Форм-фактор классический. Усилитель имеет полностью металлический корпус с размерами 25 на 22 на 5 см. Разъемы и клеммы находятся по торцам корпуса, а вдоль длинных сторон имеются специальные планки с отверстиями для крепления к поверхности. На одном торце корпуса вынесены терминалы для подключения проводов питания, кабеля РЭМ, низкочастотного динамика и два предохранителя на 35 ампер. На другом торце расположены RCA-порты, стереолинейный вход и выход, а также различные регуляторы настройки усиления и фильтров. Имеется встроенный фильтр инфракрасных частот с диапазоном настройки от 10 до 50 Гц и крутизной спада в 12 дБ на октаву. Также есть фазовращатель и усилитель низких частот от 0 до 12 дБ на частоте 45 Гц. Справа от регуляторов находится гнездо для подключения проводного регулятора громкости. Его можно установить на панели или в любом удобном месте, чтобы оперативно регулировать громкость сабвуфера. Максимальная выходная мощность зависит от сопротивления нагрузки. 600 Вт при 1 Ом, 450 Вт при 2 Ом и 265 Вт при 4 Ом. Диапазон частот от 12 до 350 Гц. Отношение сигнал-шум 855 дБ. Обратим внимание, что усилитель оснащен встроенными защитами от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. Давайте резюмировать. Это достаточно компактный моноблок для питания сабвуфера с максимальной мощностью 600 Вт при подключении двухкатушечного динамика по схеме с общим сопротивлением 1 Ом. Встроенные регуляторы позволяют подстроить звучание, а с помощью проводного пульта можно регулировать громкость сабвуфера отдельно от остальных каналов.